Халява, приди! Халява, приди! Это Влад. Он приехал из Бельгии, чтобы выучить русский язык и получить профессию. Сейчас парень учится на втором курсе ХГУ, на строителя. Студент впервые кричит заветное «Халява, приди!». Раньше о такой традиции он не знал. На экзамен отправится сразу после съемки. Волнуется, поэтому решил последовать еще одной русской примете, о которой мы ему рассказали. Ладно, затолкаем. Будешь однокурсникам советовать? Буду. Сказать тоже. Чтобы все вместе с 5 рублей входили в обуви. Очень странно что-то. Почему? Почему деньги в монетки в обувь затолкают? Странно, я думаю, у нас в Бельгии так не делают, не говорят. Идешь и все. Впрочем, современные молодые абаканцы приметы про экзамены тоже всерьез не воспринимают. Это просто такой студенческий фольклор от старшего поколения. И за границей он тоже есть. У нас в Бельгии старые люди как свечку включают, чтобы хорошо экзамен сдал или что-то так. А вот наше пожелание удачи Владу понравилось. Ни пуха, ни пера, где к черту тогда. Пока снимали сюжет, встретили еще одну иностранную студентку из Монголии, Риту. Она поделилась своей национальной магией удачи. Ага, у нас делают волосы, как закрывается. Так. То есть завязываешь волосы на узел и идешь сдавать. Но сама Рита тоже не пользуется такими способами. К слову, сессию девушка уже закрыла на хорошие оценки. Завтра ребята улетают по своим странам на каникулы, а в феврале снова на пары. Галина Сергиенко, Наталья Курцева. Новости. 7 телеканал.